Добрый день, друзья! Я Сидбагамбет Верлан, и это полевой город Оренбург. Сегодня 13 сентября 2021 года, и мы стоим на участке поля с посевом кукурузы. У нас в этом году сложились крайне засушливые условия в нашем регионе, поэтому у нас кукуруза практически готова к уборке. Влажность зерна в районе 25%, черная точка на зерновке уже образовалась. И это хороший момент для оценки эффективности инсектицидного контроля насекомых. Сейчас я нахожусь на участке кукурузы. Я проводил двукратная обработка инсектицидом амплигон в фазе 7-8 листьев и после цветения. Момент обработки определялся феромонными ловушками. Они были расставлены, и в начало лета насекомых хлопковой совкой и лугового мотылька мы проводили обработку. Сейчас мы для лучшего понимания эффективности инсектицидной защиты осмотрим початки на наличие повреждений насекомыми, в частности гусеницами. Для наглядности сорвал два початка с обработанного участка препаратом амплига и необработанного. Справа, где приходили препаратом амплига, практически на всем поле такие початки без повреждений насекомыми. А так выглядят початки, которые повреждала гусеница, так как там не было инсектицидной защиты. Вот видите, что гусеница прогрызала зерновки, туда попадала инфекция и развивается грибковое заболевание. Повреждение кукурузы насекомыми существенно снижает урожайность и качество зерна кукурузы. Поэтому инсектицидная защита кукурузы должна быть неотъемлемой частью технологии выращивания кукурузы на зерно.